55-летняя модель и актриса стала гостьей кинофестиваля в Брюсселе. Моника Беллуччи, выбрала наряд от британского модельера Стеллы Маккартни. Знаменитая итальянская красотка получила самую престижную кинонаграду Бельгии, премию Магрит, Магрита дю Синема. Ее учредила Академия Андре Дельво, которая таким образом отмечает достижения в киноиндустрии. Это прообраз французской премии Сезара, она считается бельгийским эквивалентом американского Оскара. Моника выбрала для выхода в свет платье в пол черного цвета. В последнее время актриса практически не изменяет любимому Total Black, который является ее фаворитом и на светских вечеринках, и на громких официальных мероприятиях. Наряд от Стеллы Маккартни выделялся оригинальным фасоном, длинными сетчатыми рукавами и таким же верхом. Прозрачная ткань с мелкими сверкающими кристаллами оживила монохромный образ. Звезда фильма «Необратимость» сделала праздничный макияж и эффектно уложила короткие каштановые волосы. Ее лук завершили примечательные серьги от Cartier. Прошлая ночь в Брюсселе на премии Магрит. «Для меня большая честь получить эту статуэтку. Спасибо всем», — отметила Моника. Стелла Маккартни, дочь участника The Beatles Пола Маккартни. В одежде ее бренда не раз появлялись герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская. Кейт Миддлтон надевала платье розовое платье от Стеллы на крещение своего племянника Арчи, первенца герцогов Сассекских. Дизайнер создала великолепное белоснежное платье, которое Меган Маркл надела на свадебную вечеринку после официальной части бракосочетания. Недавно Беллуччи кардинально изменила внешность, отказавшись от длинных волос и осветлив их тон. Моника украсила обложку французского глянца. Актриса и модель в стильном наряде появилась на модном показе.